В этом году обошлось без особо опасных находок. Спасатели обследовали дно карьера Биробиджанского парка культуры и отдыха. Водолаз опускался на глубину до 4 метров и возвращался с уловом. В прошлые годы специалисты доставали покрышки, острые камни, разбитые бутылки, запчасти от электроприборов, рыболовные сети и многое другое. Такие предметы могут нанести серьезную травму купающимся. Как правило, хлам появляется, когда водоемы покрываются льдом, а с наступлением тепла опускается на дно. Спасатели обращаются к жителям автономии, убедительно просят не бросать в воду мусор, купаться только в разрешенных местах. Напомню, их в автономии 3, 2 из них в областном центре. Это карьеры городского парка и логово Скорпиона, а также Айц-пляж в Смедовичском районе.